31 декабря. По московскому времени осталось 13 часов до Нового года. Мы решили сделать что ни на есть самую новогоднюю тренировку. У нас через 13 часов будет 2022 год. Поэтому именно сегодня каждый из ребят должен сделать 2022 удара. Это либо руки, либо ноги, либо только ноги, либо только руки. Смотрите сами. Сейчас мы разомнемся, опустим груши и поехали. Все это будет под музыку. Считайте до круглой даты. Либо 50, либо 100. То есть, ну вы поняли, либо 150, либо 200, либо 50. Прямо добили, подошли к Артему, записали число. Обнулились, так скажем. Отдохнули, там несколько минут походили. И вперед из песни. Во что бы это ни стало, я не знаю, сколько это продлится. Но мы должны, каждый из вас, сделать 2022 удара. Но я надеюсь, у нас сегодня это получится. Спорт – это движуха, правильно? Ну что, направо легко разомнемся, поехали. Бинты, все бинтуются. В нашем клубе я стараюсь идти в ногу со временем. И вот мы недавно перевесили все груши на лебедках. А сейчас, чтобы убрать полностью провода, мы решили перейти на компанию Robitec, на умный дом. И вот такой у нас экранчик. Сейчас пока мы подсоединили только две груши, потом будут все груши в одном. Нажимаем вниз, и они поехали. Беспроводная момент. Двигаемся, двигаемся. Вот, в принципе, у нас все готово. Современные технологии. Смысл какой? Я вам подсказываю, как надо работать, а как не надо работать. Встаем. Чтобы вот это я не видел. 2022 удара можно сделать минут за 15. Встаем и темп примерно держим вот такой. Одиночные хорошие удары. Не говорю, чтобы со всей силы бить. Со всей силы будете бить, вас не хватит. Но и не слабо. То есть встали. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Сотку сделайте. Если вы понимаете, что после 100 вы не собьетесь, работайте дальше. Фух, попробуем. 2022 удара. Ярополковцы готовы? Все, поехали.
Сколько сделал уже? Где-то 900. Не проверял. О, еще 1100. Пот льется. Сколько у тебя еще, сколько осталось? Еще тысяча. Какие цифры, сколько еще? Еще 22 раза и все будет готово. Сделал 700, 1700, осталось 300 раз. Ну вот, каждый из участников выполнил у нас по 2000 ударов. Понятно, у меня это заняло где-то в районе часа. Нет, 50 минут. Вот. Ну, жестко мы били, я думаю, по мне видно. Кто-то позже, кто-то раньше. Внутреннее я вам судья, если вы халявили. Вот. Поэтому сейчас крайние 22 удара мы сделаем восьмером синхронно и одновременно. Поехали. Внимание. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. С Новым годом! Похлопаем. Так, силы есть? Да. Отлично. Так, отлично, у нас силы остались. Сделаем 2022 раза на всех. 250 раз должен сделать каждый. Делаем еще раз до нуля и отмечаем все Артема, чтобы нам было проще считать. Все, поехали. А я придумал, я же хозяин игры. Мы 2022 сделаем общее количество физухи. Поэтому 1000 отжиманий, остальное пресс. Сделаю 1040 раз отжиманий. Все-таки добьем циферку 2022, ну, с точки зрения физических упражнений пресса. Сейчас просто настроение у всех новогоднее. Выматываться, ну, вроде как неохота, но все равно нужно, так как крайняя тренировка вы в прошедшем году, а этого года в вашей жизни ведь никогда уже не будет. Пришла идея, я человек-статистик. Я люблю всякие графики, вот это у меня все в табличках. Я подсчитал, у меня же все хранится за 10 лет. Все, кто когда был, плюсики, минусики. Я, соответственно, посчитаю, кто в каждой группе больше раз приходил на тренировку. У меня же и сборная отмечается. И все, плюсики. Там прям реально крутой приз я сделаю. Так, руки за сюда. С Новым годом! О, закончилась тренировка. Длилась она... без 15 минут 2 часа. Мы размялись, сделали каждый 2022 удара рук и ног. Кто-то бил жестко, кто-то не жестко, но я думаю, первую половину били все нормально. Вот. После этого приняли решение сделать 2022 раза на всех физических упражнений.
первая половина это была отжимания, мы сделали 1040 раз, и потом добили каждый по 125 раз, считай, сделали пресс. Предновогоднее настроение, оно у всех по-разному идет. Кто-то видит этот праздник в употреблении нам алкоголя. Я считаю, что радоваться жизни, особенно праздникам, и в том числе Новый год, можно не только ощущая какое-то там опьянение. Эйфория спорта, в принципе, вот это, допустим, наверное, такой самый главный наркотик, который мне, спортсмену нашего клуба, позволяет вдохновляться без, образно говоря, соблазна плохой жизни. В новом году всем красногорцам, всем нашим подписчикам, да и, в принципе, всем спортикам, спортсменам желаем новых побед, но при этом еще и не забывайте про развитие вашего головного мозга. Шучу. Хотя нет, реально правда. Всех с наступающим. Ну а я, в свою очередь, 1 января завтра опять встаю на лыжи, либо на марафон, и только все через спорт. С Новым годом!